Это Левчук пак выбирал. Он в Дискорде информацию появился. Спасибо, Нервмен, за 5 лет. Юбилей. Да, есть такое. Нет, свояк. Вот этот. Да. Этот самый, тот самый. Как бы есть Левит, который собирал его, но это устаревшая информация, видимо. Когда-нибудь Людвига не выучат твой никнейм. А, они ему меняли пароль. Ну да, сори, ник на букву L. Что-то на руку просто. Сколько их в мире не счастливо. Народу что-то до хуя. Так что, забыл про аватарку, ну ладно. Ну быстрее не, давай. Не-не-не-не-не. В смысле? Без аватарки не пускают? Да. Грань не начинается без аватарки. Я тебе могу скинуть, что у тебя за аватарка? Сейчас. Рекламная интеграция. Это какая-то очень маленькая интеграция, ну да ладно. Это нужно в главное меню уставить, да? Справа вверху в самом первом меню. Тотальная интеграция получается. Да. Сейчас перезайду тогда. Так, еще раз, где-где? Спасибо, Андарель, за один год среднежирный. Спасибо большое. Где у тебя Южный парк, имя нет, не написано? Прошел. На главном экране. А, окей, вижу, спасибо. Так, короче, пока что все здесь, давайте быстро расскажу, что в паке. В паке куча рофлов, куча мемов. Пак мега лайтовый, думаю, будете все угадывать. Включен фальстарт, то есть тот, кто первый нажал, тот и отвечает. Когда кто-то Прокидный, отвечает, спасибо за полгода. Само собой, дайте человеку сказать. Что еще? Жижу все убрал, надеюсь. Если что, осуждаю. Я подошел. Еще, да, кстати, тут есть что-то те, кто с нами еще не играл. И, когда выбирается тему человека, если он будет свапаться на другую тему, об этом, конечно, надо объявлять, чтобы не было путаницы. По дефолту мы идем просто по теме, то есть там гачи за 100, за 200, за 300. Если вы решили вдруг своевольно поменять тему, то вы говорите, там, не знаю, аниме за 500. И да. Жмете потом, чтобы все поняли. А, нажимает не ведущий, нажимает игрок именно, да? Да, да. Если ну, ты поймешь быстро. Еще один момент. Пак разбит на две части, потому что он получился слишком большим. Поэтому после завершения этого пака я сделаю скриншот поинтов и продолжим, скажем так, пересоздам, будем доигрывать. А по длине он какой еще раз примерно? Часа два, наверное. Ох, ё-моё, ну ладно, можно пить. Кайф. Но с фальстартами, наверное, быстрее. Гид отвалился. Не-не-не, я сейчас. Секундочку. Спонсор сменился. Во время стрима. Чемоданы новые подъехали. Подождите, разгрузить надо. Так, все здесь-то? Варан тут? Тут? Перекличку устраивать? Да дюку чемоданов не привезли, да? Чё ты, Уцуны, аватар пустой. Ты хороший, Уцуны, аватарка, чё ты? Прям вот... Я квадрат пустой. Неполноценная, по-моему. Нет, там есть синенький кусочек. Спасибо, Джонси, за полгода. Какой кусочек? Там вообще прозрачный. Да, выключу, сейчас музыку выключу. В смысле? Пока не начну. Не прогрузилось просто, но у меня прогрузилось. А, во, понял, там Саник. Нормально. Да. Красный. Даже два. Попрошу, даже два. Красный. Нет, красный. Я вижу второго. При всем уважении. Ладно, ладно. Ехидно. Knuckles. Нет, это да красный. Ебать, вообще не коннектит. Там есть кусочек классического Саника. Как вторая анонки? Плохо. Потерялся. Плохо. Меня что-то в онлайн не пускают. Перезади просто. Уже перезашел. Хемакаром я себе третью сейчас наливать буду. Осуждаю. Ты завидуешь. А что ты наливаешь-то там? Зачем не завидуете? У меня винище есть. Ромскую. Мне друг притащил с Доминикана ром. Ну не стоять же ему. Просто так. Я вот работаю.
У меня вот такая вот история происходит. Что мне сказать? Халашара. Работать в январские праздники. Ну, Надюх, попадешь на какие-нибудь праздники в больницу и будешь радоваться, что мы работаем в праздники. Так что не выпендривайся. Скроет, чем лучше. Дай чуть-чуть повыпендриваться. Все, Гид, кстати, пустил. Все. Все нажали готов, поэтому мы все готовы. Это читерская аватарка, я считаю. Что-то все армии с пустого квадрата, ну да ладно. Ну, у нас не пустой. Сейчас загрузится. Аниме слаб. Понял. О, Господи. Женские штучки, мне кажется, это моя тема. Это для Надюхи ты как бы специально, да? Чтобы я хоть где-нибудь очков набрала. Офигеть, сколько тем. О-о-о! Наберешь. Не знаю, будет ли сегодня парк. Не знаю. Фармус наверняка будет. Да, напомню, что чтобы отвечать, надо нажимать по умолчанию на правый Ctrl. У нас же устное выставлен, да? Там. Устно, да. Что-то опять не доработал по темам. Но по-другому никак, ребят. Баланс настроен. Асты наверняка все. А на 5 разных тем нарезать не важно. А чё я начинаю? Ну, пускай ты же, давай. Да, единственное, пусть и бонус сработал. Окей, фильмы и мультфильмы за 100. Рик и Морти? Ну да, да, согласен. Да, да, что-то я не признал. О, прогрузился Сатурн. Игры 90-х. Аладдин. На Сеге. По мне так досовский был. Не, это именно сеговский. Игры 21-го за сотку. Back for Blood. Back for Blood, ну да. Надо побыстрее эту тему убрать, потому что карты из игры за 100? Я хуй. За 100, кстати. Ну, какой-нибудь Disciples 3. У меня есть предположение, что это Верло? Нет. А, короче, Dark Side. Это сложно. Актеры в мемах за 100? Скарлетт Джоханссон. Задумайся, я, во-первых, не шарю. Гладиатор. А, ну точно, точно. Я просто не признал. Что-то да, что-то прям сотку вычесть. Актеры в мемах 400. Опа. Ставки повышаются. Ну, гни туда. Да блять! Так. Ну это я не знаю. Случилось минус 300, похоже. Я забыл. Ну давай. Блин, я забыл. Я забыл. Вообще что-то вылетело. Мэтью МакКонахи. О, курва! Да, да, да. Как это я не признал? Я просто дрочил. Потому что мне тоже не видно, чел. Актер в мемах 200. Ну, понятно, короче. С картинками у меня все мимо. Я понял. Кстати, если у кого не грузит, как бы ничего не грузит. Это ваша проблема. Актеры в мемах 700. Я не знаю. Я знаю, где она играла, но я не знаю, как ее зовут. Блять, а как же зовут-то ее? Сложно. Кэтрин Хан. Я первый раз слышу это имя. Кто эти люди? Актеры в мемах 600. Шон Бин.
Минусуем. Игры за 200. Биомутант. Игра, которая бы лучше не выходила. Да, за 4К. Потише там. Игры 90-х. О боже. Alone in the Dark. Серьезно. Все, я эту тему сейчас с префайром буду жать. Игры 90-300. Не надо. Black Thorn. О, я все пытался вспомнить, как она. Тоже что-то не мог вспомнить. Игры 21-го. Цивилизация 5, 6, 20, 1. Блядь. Это не цивилизация, это байт был. Как же она называется? Это что-то про легенд. Как-то она называется так еще. Хотя, возможно, это Homeworld, но... Мой, да, я не помню, как называется, блядь. Пусть будет Homeworld. Нет. Humankind. Да, сука! Прикликал, блядь. Сука. Сколько будем морать, начнешь... Так, и 21-го 500. Я хуй знает. 10 из 10, кстати. Я хуй знает. Какой-нибудь Life is Strange? Блядь. 4? Почему мне нужно говорить вслух, а не просто по картинке вспоминать, что я знаю эту игру? Там три слова в названии. Life is Strange. Господи Иисусе. Ну, а часть какая? Эпизод какой? Последняя, в 21-м, которая вышла. Ну, честно. Сейчас, секунду, одну. Что-то про цвета там было, я не помню. Я не помню точно, что-то про цвета. Colors. Colors. Не знаю. Ладно, ты в минусах, и я в этот раз тебя прощаю. А, ну, а то слово я угадал. Вау. Все честно. Да. Кадры, карты из игр с 200. Я хуй знает. Ни малейшего, блядь, понятия. Ты нажал? Да. Да, ты нажал. Я не нажал. Я, кажется, обознался. Ну, это вообще что сложно. Что это транзистор. Нет. Еще текстура на фоне какая-то прям неясная. Братство кольца какое-нибудь, может? Вообще нет. Ну, Варан-то должен был знать-то. Я должен был знать. Ты упоротый, что ли? Ты же стримил. Я должен был знать. Карта за 300. Я стримил. Это... Ой, не-не-не. Так, сейчас. Мафия или мафия? Мне кажется, в это я играл. В лесах. Я брат. Я помню. Ну, это... А может, и не играл. Ну, это не GTA. Блядь, я думал, это мафия, но это не мафия. А может, и не играл. Ну, пусть будет... Мафия 2, не знаю. Не. Выглядит как что-то от Rockstar. Выглядит как какой-то хоррор. Выглядит как GTA какая-то. Может, это Були? Не-не-не, Були там меньше. Я буду орать, если это Vice City какой-нибудь. А, не, Silent Hill. Да-да-да. Ну да, ну да, не признал. Это накрасительная карта. Карта за 400. Гасер как будто Ванус говорит Вараний. Я хуй знает. Это Star Wars The Old Republic. 6. Иконочки перемещения меня спасли. Рольф. Карта за 500. Я хуй знает. Кого? Фирол, там. Я, кажется, догадываешься. Ты не пьянель. Ну, пахнет какими-то... Да, что-то средиземное, да. А, нет. А, понятно. Это ясно. Ну, довольно средиземное еще. Выглядит, по крайней мере. Twitch за 100. Ласк. У меня вообще работает много, вот интересно. Категория, в которой я буду говорить, кто все эти... Ты же 200.
Гитман? Это новый мем. Что? Какая-то новая мета. Чего? Нужно подписываться было. С 300. Это кекс. Я не понял, но я методом исключения был. За 400. Не понял. Форхедер. Спидранит. Ну как бы... Директор Павел на месте. Twitch 500. Не, я Prefire он жил. Кастрюля горит. Лизон орёт, а Ласка что-то там делает. Это, кстати, по-моему, Лизон. Поёт, он пел. Пел он там, по-моему. Это Лизон. Ну а что пел-то? А, вот что гимн, пел, кстати, не скажу. Вроде. Ну, я тогда против. Я против, что это такое вообще. Надо было называть, что он поет. Гит, что происходит? Кастрюля горит. Я не знаю, у меня картинка не грузится. Но у нас, короче, песня поет. Так, у меня звук чуть не работает. Надо как-то его включить здесь. Нет, у тебя просто не прогрузилось, кажется, как и у меня. А, понимаю. Всем встать. Срочно тише сделать надо. Блин, обидно, я послушал. О, загрузилось. Со смыслом. Ну давайте Twitch за 600. На переднем плане. Нахуй я нажал. А, сейчас, это была Бама? Ебать, откуда я знаю? Реально это? Так зовут? Да, реально так зовут. Охуеть, откуда я знаю, блядь? Чем X лучше игры? Тем, что в X не надо добивать крипов своих. Dota 2 и LoL? Это паста Гитмана, что ли? Жесть, новый мем. Че, вообще не знаю такого. Игры 90-400. Быстро разлетелось. 7 лет назад получается. Сейчас вспомню название. А может, не вспомню на самом деле. У меня есть предположение. Ну так где еще Субонев ее с войной в Чечне сравнивал? Я не помню название. Не, я тоже, походу, не помню. Ну, знаешь, нет. Все время закончилось уже? Ну, говори, ответ. Есть что? Нет. Там что-то комбат какой-то, наверное. Дезерт комбат. Я вот думаю, минусовать тебя или нет? По-любому неправильно. Cannon Fodder. Блять, это она, серьезно, что ли? Вот Зик тебя за это будет... Гейм ОСТ. Я выбираю, не... Да, сори. Ну, давайте Game of Star, давайте, 200. Hades! Классно, да? Сори, не признал маленько. Hades! Да хуя, часов 100. Игры 90-х 500. Вот это позор случился. Че жмешь-то? Ладно. Ну, я знаю картинку, но у меня название вылетело. Случился позор нереальный. Позор, давайте забудем об этом. Этого не было. А нефиг прифайром жать. Какой ответ? Случился глобальный позор. Кармагеддон. Да как ты это пережал, это меня, господи. Гейм ОСТ. Far Cry. Какая часть? Третья. Гимнаста. Может, меня замьючено, я не знаю. Нет? Ну, понятно. Вот приехали. Ну, хоть картинки грузит.
хер знает вообще, что это было. Я сейчас буду... Что это знакомое, я не могу понять, что... Ведьмак 3, что ли? А, нет, только не считал. Блять, сука! Ну, я бы все равно не узнал. Что-то у Гита много нет, может, я тебе перезайти будет? Да я все равно не знал ничего. Долбит нормально. Согласен. Очень качает. Это кармик это... Exit просто. Ну, здесь много кто должен знать это. Как она называется? Какой-то инди, скорее всего, киберпанк-лайк. Ну, я не помню название. Киберпанк 2077 сейчас окажется, вот мы порофли. Во. Ну, я по вайбу понял, но название не помню. Дайте послушать кто-нибудь, кто не в наушниках. Ну, крыс. У тебя не слышно? Не грузится? У меня ни одна не загрузилась. Ну, перезайди сейчас вот после этого. Я нажму на паузу, перезайдешь. В... Я, блядь, не помню, откуда это, сука. Но я в это играл 100%. Это да, это... Мне кажется, все играли. Не могу вспомнить название. Рудрашкой? Не-не, блин. А, ну, это сук, ой. Гид, давай, перезайди быстренько. Ну, давай, давай. А может, он просто звук слева сверху выключил? Не, я проверил уже. Да? Ну, ладно. Не, ну кто-то же должен был это спросить. Как так-то, пицца, перси, ты не знал, сука. Вроде бы надо пробить, блин, работает вообще моя кнопка или нет. Я с наушниками, я, блин, неделю мучился. И только я сегодня заработал. По другому каналу шел, я просто исправил и все. У меня... Блин, учитывая, что меня даже в игру в онлайн еле пускают, я думаю, вряд ли у меня все равно будет грузиться. Ну, у тебя прямо не загружается с сообщением об ошибке в чат? Не, у меня сейчас просто вход в игру, никнейм там, типа, и идет этот. Не, я про до этого медиа не загружались. Не, ну, у меня просто, ну, скрипичный ключ крутится и все. А VPN какой-нибудь у тебя не подключен? Не. Зайди с браузера в свою игру. Ну, с браузера рекомендуют зайти. Да, есть шанс с браузера зайти. Там, кстати, может, еще больше будет проблем, но может и нет. Тут как бы как пойдет. Они будут с поставками. С чем? А нельзя там ставить, что ли? А где, по какой ссылке надо заходить туда? Браузерная версия. Там браузерная ссылка, есть это в сообщениях, она при входе. Да, вот адрес игры и... Так, и что мне нужно? Играть одному с ботами, играть с друзьями, играть с случайными соперниками? Войти в лобби. А, войти в лобби, да. Так. Надежда там притихла, все. Все, а что я? Добавлю я стол, попробуй зайти. Я ничего, я... Так, а где мне аватарку поставить теперь? Ну, вот надо будет траблы какие-то с аватаркой. Эх. Ты сможешь просто на стриме ее открыть. Зашел, да? Ну, вроде да. А, ну, давайте продолжим. GameOst 200. Я все равно не знаю. У меня ощущение, что это цифка. Это тоже старая игра очень. Ну, цифка тоже не молодая. Понял. Я в это не играл. Покупайте вторую часть.
Вторая, так, ну так себе. Властелин колец какой-нибудь? Или Dark Souls? Наверное, да, даже никто и рисковать не хочет. Легкий пак, кстати, да? Шансов. Очень. Dark Souls-овская. Понятно. Собаки, орущие на заднем плане. Да, я знаю. Это какой-то Warcraft или Minecraft? Ну, как бы... Это варкрафтовская хрень. Допустим, это третий варик. Или вов. Я думаю, что это World of Warcraft. Ну, определись. По-моему, но, оно но и какое, там, и там. Но вот какое дополнение, я не скажу. Вообще, так-то даун. Я вообще, да, засчитаю, мне кажется. Была. Хорошо. Хитер. Газер, убирай. Мы все на фильмы с мультиками. За 150. Давай. Майор Гром. Агент Анна Николаевна? Нет. Ну да. Чего? А проект? Башкир, это как... Это новинки Кинопоиска. Я не смотрел, но реклама... Это дно Кинопоиска. В смысле? Я не знаю, что. Что вы спрашиваете? Я знаю не больше вашего. За 200 давайте посмотрим, что там. Мумия какая-нибудь? Твою мать, это... А, я знаю, что это. Это вторая мумия, кажется. Это первая мумия. Красиво. Продолжаем. Гарри Поттер из будущего. Вон тут. Я даже не погрузилась. Тоже. Отличные мультики, кстати, Людвиг. Но здесь потом мультики и фильмы. В начале мультик был. Фильмы, да. В начале мультик был. Ага. Мультик и фильм. Значит, пришло пора будить моих соседей. Это порно какое-то или что? Я говорю, это интервью с вампирами. Ну и чё, ты тогда знаешь другие начальные названия? Он похож на этого, кстати, на главу Яндекса. Это не что-то из того, что Левит крутил. Да. Это оно вроде было. Год назад или около. Или ночь с вампирами, может быть. Ну... Таус еще не ответил. У меня больше нет вариантов. Ну, это не особо верное название, поэтому зачесть не могу. Эх. В русском называется «Реальные упыри», а по-английски «What we do in the shadows». Кто вас выбирает? Спасибо, что не братство вампирское. Иди дальше. Какая-нибудь персона, наверное. Я ставлю на персону. Персона 5. Это в любой игре может быть. Хотя вот теперь я уже не уверен. Китайской. Японской. Да, я почти онлайн... уверен, что это какая-то из Якутии. Может, Япония. Возможно. Почти. Кого? Что за название? Papers, please. Да, как вы жмете так? Ну, я с одной ноты. Спасибо, Мамба Джамба, за полгода. Герои 5. Это King's Bounty. Ну, близко достаточно. Достаточно близко. Крепко. Сильно. Жестко как-то, да. Мафия. Пусть будет мафия. Мафия 2?
не знаю, на Cuphead, может, там что-то похоже. Нет. А, ну сейчас Fallout еще может быть. Это какой-то Fallout. А, кстати, да, да, любой. Просто любой Fallout. Нажимаете, говорите, все. Вин. Алло. Вы мне не верите? Ну давайте скажем, что это Нью-Вегас. Это бой, надо было просто Fallout, в любом случае. Нихуя. Я в DLC не играл. Я не слушал там музыку. Пираты Карибского моря 17. Не знаю, там Корсары 4 какие-нибудь. Sea of Thieves. Нормальная такая музыка. Блять, ну какая-то ковбойская херня, но я, конечно, бля, я хотел сказать, понятно, да. Какая-то. Какая-то, ну, одна единственная. Нет, это не Doom. Не может быть, чтобы это Doom был. Не верю. Ну, второй. Я не знаю, как, я не играл. Не верю. Ну, второй смысл какой. Ну, второй, который вот выходил, не? Ну, ладно, да, правильно. Да, ну, Eternal, да. Ну, там, ну, типа, просто, я имел в виду из новых, не знаю. Мелодичный такой, вроде бы, более музыка была, как мне показалось. А я не сказал два. Вот там сплошной перейдет вместо музыки. Есть такая игра? Да. Жесть. Шашлыки. Это Neverhood. Да ты совсем, что ли? С трех нот там. А мы сортируем с тем, что не дотами. Давайте фильм по кадру. Армагеддон? Я сначала нажал, потом подумал. Скоро пора уже отправлять. Своя игра. Это фильм. Миллионер. Там другая игра была. Ни хрена себе кадр. Спасибо, война, 53 года. Бладборн? Ван Хельсинг. Это Росомаха, ты чё? Вчера смотрел обзор критика на него. А, фильмы по кадру 600. Ставки высоки. Принц Персии? Александр? Блять, ставки были высоки. Ну, ты был близок. Фанк Роя какая-нибудь. Блять. Там два варианта было. Актеры в мемах 500. Это не моя тема. Мем хороший, но актера как зовут не знаю. У него имя есть? Я думаю, вот нарисованный, придуманный. Это актер? Понятно. Это слишком. Даже за 500. Актеры в мемах 300. А, это я должен. Ну, давайте Газеру. Правильно, загоняй его. Ну, я нажать? А, я нажать должен. Да, ты должен нажать. Тут смап служебный дик. Леонардо Ди Каприо. Ну, это изейшая, конечно. Газер, блять, там что ты ему зачитал, там синий экран был. Ну, давайте пойдем с дорогих фильмариков. Какая разница, с тем одна осталась. Назовите фильм. Форест Гамп. Ловушка. Форест Гамп? Ловушка с жопой. Попался. Тимарся. Лесной болван? Это жесть. Ловушка. Я такой не смотрел. Это высокие ставки. Опасно. Это Скалолаз. Это я знаю. Да.
полицейская история? Смокинг? Сука. Я долго доходил. Это, кстати, сложно. Стражи Галактики. Первые. Это легко. Точно. Да, неплохо. Главный дрочер Марвел на месте. Как он фильм-то называется? Американский футбол покрепче? 4? Все, ну, почти. Вот так он называется. Ой, ну последнее. Часа. Или 48 часов, кажется. Вот как-то так. Блять. 127 часов. Давайте научимся считать. Я хотел написать между молотом и наковальней. Надо сказать между молотом и наковальней. Я искренне не понимаю, почему этого чела восхваляют вообще. Это ему надо было премию Дарвина дать. Типа, чел, блядь, не сказал никому, попал сам в хуйню, блядь, отгрыз себе руку, и все такие, блядь, герой нахуй, герой. Какой герой, блядь, еблан. Просто еблан, блядь. Просто еблан. Сейчас поедет карточка. Сейчас у нас еще 12 часов. Я должна на аниме выехать. О, рисовашки, это моя. Лисовашки за 1600? Что там такое? Настольные игры 600. Паутина лжи. Солги, чтобы узнать правду. От Хасбро. Я в это играл! Найди шлёндру, типа что-нибудь такое. Уеду, по-моему. Да! Уеда. Он меня звал в это играть. А, прикольная игра. Ну, дальше 500. Нужно отдать Таусу. Таусу, да. Гитману отдам. Ну, ёбаный его, блядь. Слишком много очков у Гитмана. Я из Dungeons and Dragons. Невероятно, но да. Блядь, ясно. Понятно. Жесть. Подставил, конечно, Людвиг. А, гейм ОСТ? Ой, бля. Поехали. Что-то старое, по-моему. Хотя нет. Это может быть Deus Ex? Нет. Это что-то в фэнтезийном сеттинге, мне кажется. Нет, Людвиг, ты... Это я не у тебя спрашиваю, а то я сейчас... Я эту серию стратегий, конечно... Продолжаем? Да, не мое. Ладно, я могу сейчас это, как бы, жопой в лужу сесть. Это психонавты? Проверяй лужу, потому что в ней жопа. Ну, очень похоже какое-то такое. Вот эти визги. Да, блин, любой квест из 90-х. Густо мастер, что вообще? Ну, кстати, что, из одного варева, по-моему. Не малейшего понятия. Еще раз попробовать с жопой в лужу сесть. На психонавты опять? Не психонавты. Я не играл. Там было радио. Какой-то
приключения Зулула. Не, ну это прям очень сложная тема. Бэтмен, скорее всего. Здесь есть легкие, точнее, здесь и старые игры, и новые, но все игры довольно популярны. Да, понятно уже. Ставлю на Бэтмена. Поставил, проверяй. Ну, жопа получается. Я сейчас вспомню, подожди, я сейчас вспомню. Я тоже. Там даже мелодия не успел заиграть. Блин, у меня ностальгия. Я знаю, я знаю. Это Макс Пейн, Макс Пейн, Макс Пейн. Какая часть? А, ну первая. Ну вообще, типа, любая, это основная тема любая. Макс Пейнов. Да, она, да, но если бы послушал дальше, возможно, сказал бы. Пусть будет третья. Макс Пейн 2. Ну, легчайше. Там разница в проигрыше там в одной игре на пианино, в другой игре на... Легкий пакс, да, легкий пакс. Я бы засчитал все равно. Больше подушек. Это Нир Автомата. Только хотел сказать, что это что-то анимешное. Ведьмак 3. Понятно, да. Блин. Это я бы не узнал так быстро. Кто-то драться пошел. I thought I heard the old man say. Ну, походу, опять Fallout. Leave her, Johnny, leave her. Tomorrow you will get your pay. And it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyages. Ну давайте Assassin's Creed Black Flag, я хз. Ну? Легчайшая! Варан в лужу сел опять, получается. Ну, я не играл. Давайте мой RPG 500. Ну, я... Не знаю. Я только вов знаю, что это не моя тема. Чего? Случайно нажал, бля! Короче, по хп-барам похоже очень сильно на Lineage. Да, и по персонажам тоже. Но вот по персонажам они какие-то, что-то, по-моему, не линейные. MechWarrior 7. Ну, ладно. А я знаю, что это. MechWarrior онлайн, простите. MechWarrior онлайн, все. Бля, сервис. Это будет... Да отпускай кнопку уже. Там типа дрочит. Я не слышу Варана, ребят. Че, Варан, давай. В смысле? Ну, окей, раз ты мне даешь шанс, пускай, не знаю. Да линейка, я же сказал. Но нет. Это РФ онлайн. Курва! Курва! В вагоне ММО начался лютый кошмар. Следующее. Но это Albion Online. Да. Я говорю, я только вов знаю, поэтому как бы... И причем вряд ли он здесь будет. Все из минуса вышли. Так, выходила какая-то во времена вова. Guild Wars? Да. Вторая. Guild Wars 2. Arcade. А, нет. Ну, кстати, графон разный, но на скрине как-то... MMORPG 200. Блять, я дурак, нет. Лост. Это очередное, похоже, это селсовское детище какое-то. Я не могу вспомнить, какое. Лостовское ума, скорее всего. Ну, похоже на Lost. Что там Mail.ru выпускает? Да, вот это вот. На Lost Ark, кстати, очень похоже, но интерфейс не тот, по-моему. Хотя, возможно, это ранняя версия Lost Ark. Бля, я не знаю. Ну, пускай Lost Ark будет. Красиво. Но интерфейс не тот. Да, старый скрин, да. А. Ну, как я говорю, Вова здесь нет. Лоды онлайн? Боже, я не успела. УСТС 200. Нашел работу в игровой индустрии, видимо. Написал так. Ебейший кэджем вообще. Вообще ноль вариантов. Ну, типа, слишком неузнаваемая мелодия.
Серьезно, где она там играла? Я играл, я всю прошел. Где она там играла? Ноль шансов. Ноль шансов. Дюк именно в том игроке, в который ты не прошел. Это Team Fortress 2. В такое не играем. Представляем вам. В такое не играем. Симулятор шапок. Опа. Что-то знакомое. Darkest Dungeon? А, все, я вспомнил. Да, да. Эти проигрыш. Если бы нажал, я бы назвал. Ты маловато ты играл. Сослист. Ну, да. Любая аниме игра. Не обязательно, для меня больше. У меня почему-то ассоциация с мудрой Харков Сапрайзи. Кстати, может, Devil May Cry? Нет, это что-то с чем-то, короче, это... Как... Что-то с чем-то. Боже, я не знаю, Bayonetta? Не-не, это платформер с кучей фантазий. Да, Орел не зря был в начале, там как в контре заставка. Ну это был байт на Assassin's Creed. Так, ну это продолжим. Не, слабый байт. Ну это точно персона, уже 100%. GTA Vice City. Чего? Ладно, у нас гений сидит. Ну это знать надо. Любую часть. Подсказки пошли. Канавты. Ну точно, персона, значит. Япония, конечно. Зайди, блин, пасы за полгода. Не знаю. Ну что-то нет. Да персона, точно он говорит. Смотри. Кстати, кстати, есть скринти, такое, скринти, да, есть. Скриньте, скриньте, персона. Персона, ну, любая, не знаю. Давайте я тоже рискну. А это не Лари? Это не Лари. Давайте минус очки черепашки ниндзя. Блин, похоже было. А, понятно, понятно. Ясно. Кто там музыку вообще слушает? Так, Готика 3. Ну, не было музыка, музыка знакомая, но есть такая игра. Там, но там заходишь, игра. И вот это вот начинается. Нажимаешь нет. Новая игра, и ровно вот это начинается. Нету такой игры под названием Готика 3. СНГ за 100. Ну, я играл, не знаю, кто. Ой, СНГ это. Это новый King's Bounty. Второй, второй. Да, все, без душа. Какой всратый скриншот, да? Ладно, СНГ игры 500. Понятно. Это не Graveyard Keeper, случайно? Нет, не он. Нет. Я в него сейчас играю, это не он. А, понятно. Ну, выглядит прикольно. Ну, давайте дальше 400. Я не играл в нее. Ну, это точно Lost Ark. Pathfinder The Wrath of the Righteous. Протянул. 6. А, тут менюшка знакомая была слева. Ох. Black Book. Да. Не успел. Это я бы мог назвать, даже не играю. Давайте добьем игры. Я не помню, как она называется. Жизнь Сира Бранта? Какая-то там жизнь Стефана Бронко? Это твой ответ? Да. Это не Бихолдер? Это жизнь и страдания Сэра Бранта. Сэра Бранк, вот. Я не знал, что это наша игра. Я первый раз вижу такое. Да, я не так назвал. Правильно. Ну давайте пройдемся по настолочкам. Это монополия. Монополия. Ясно. Я уже хотел... За 400. Руку монополия. С кнопки убирать за 400, да. А тут началось. Нарды.
Гуся зовите. Гуся зовите. Людвиг в нарды играет. Это Алиас. Да? Что это? И почему это, блядь, за 200? А потому что это за 400? Мафия? А это мафия. Ну, мафия за 100 еще, ладно. Алиас — это одна из распространенных игр. Варан, это... Я почему-то знаю Монополию, но не знаю... О, аниме. Ну, я не играл никогда, но знаю Алиас. Потыкаемся. Давай с низких значений, пожалуйста, да. Ой, идите вы в жопу, понятно, что это за тема. Не, ну это без вариантов. Да. Это сложно. Если никто не нажал, значит... Блядь, а может быть это я? Без меня рисовали. Понятно. Это было так давно, что я... угадай, сам себя называется. За 400. Название картины или назовите автора? Название картин? А. А-а-а, такие рисовашки. Понятно. Но у нас такое... Это не я, это не я. Но это может быть только Левчук, наверное. Левчук, да. Левчук, да. Ну почти, кто же наел? За 600. Это я помню, но кто это рисовал, я не знаю. Костя, не узнаю. Это при мне было. Это же может быть. Ну, типа, тут только сам себя угадывают. Не-не-не, очень четкие. Да? Ну, тут, кто не был на тех стримах, тот не узнает. Да. Кто это был, ну, я вообще ноль шансов не знаю. Это очень похоже на Сэма. Нет. Это был брови. Жесть. Нет, Сэм так не рисует. Вот это ты сейчас бровян, конечно, увидишь. Внимание, за косарь. Внимание. А. Понятно. Да-да, Маран, только нормальные. Блин, я зря нашел, потому что это Боб Росс, но это вообще не его стиль. Ну пусть будет Боб Росс. А, нет, серьезно? Боб Росс. Бог. Бог. Литовый, так сказать. Да, аниме слот. Happy Incidents. Аниме, господи. Кона! Вау. Ну, колы пистолет. А, понятно. Так надо, в смысле? Так так нечестно, это Ванна надо было называть. Я против, я против. Сливаем, если аниме не участвует, ну ладно. Давай, аниме слэп за 200. Назовите аниме. Аниме надо назвать. Кона! Ну, Джорджа. Блять, сука. Судя по всему, не начальное аниме, поэтому... Дальше поехали. Ах! Я так понял, вопросы, шлепать вопрос будет от... нужно отдать. Да, да, а вот кому будет да. Шлепать, это каждый раз по раз. Че, кому шлепнуть? Ну, шлепни кому-нибудь уж. Да что-то у Гита много очков. Да, блять. По-моему, плюс 300. Тема баян. Исполнителя и название трека. Исполнителя и название трека. Кона! Ну, Рик Эсли, Рик Эсли, да. Never gonna give you up. Получается, прикролил я тебя, Гид. Жестко, жестко, да. Так, давайте с секретом жестко. Музыку давайте. Исполнителей песни. Можно или исполнитель, или песню. Джонни Кэш. Кто? Че, пес? Рисовашки 1600. Уебать. Блин, это недавно было. По-моему, это чувак на Буквое рисовал. Это Мангал, Муни? Да. Yes! Чего? Это... Почему ты сам-то не нажал? Ты же рисовал. Да я успел, я нажал. Последователь моего стиля. Одобряем. 1400. О, блядь. Сибирские шашлыки зимой. У тебя, Варан, все сибирские шашлыки. Сибирские шашлыки должны умереть. Ты понимаешь? Зимний пицца. Почти попал. Шашлыки никогда не умрут. Бля, ну это... Это супер сложно.
Я бы поставил на Бровяна. Есть у меня подозрение, что это Вол, что ли? А, нет. Потому ну да, что задний такое ход прорисованный, все хорошо, а персонаж две палки. Аниме 400. Вся еды. Это Йода? Да он там рядом сидит, что ли? А где Слап-то? Я, он, видимо, должен был в конце шлепнуть, мы не посмотрели. Ну, это же Йода, наоборот, должно быть. Ну, судя по предыдущим раундом вопрос с секретом легкий, поэтому пусть Муни получит очки. Да-да. Два в одном. Кажется, это вопрос... Назовите игру и мультсериал. Симпсоны это. А игра как называется? Террария. Симпсоны и Майнкрафт получается. Не слышно меня было, что ли? Говори, говори. Что теперь? Ну, Симпсоны, наверное, это игра и мультик. Что это? А игра какая? Нет, тут игра и... Майнкрафт. Ну, что я подсказываю? Не слушаю его. Ясно. Не знаешь, да? Не, игра не знаю. Стыдно. Террария. Точно, я думаю, что-то знакомое. Надюх, позор, да, позор. Я в нее играл уже раз года 3 назад. Там это, проснуться узнаешь. Мой нет, типа, у меня просто на струнах ностальгии поиграла, думаю, блядь, знакомая. Ну, слава. You stole MJ from me. Человек-паук какой-нибудь? Человек-паук 2. Ебашил. Ну, Человек-паук 2. Секунду, все, подожди. Я настаиваю. А, вообще, сцена была не с первого фильма. Поэтому да. Да он второй же сказал. Ну, сказал с второго. Ну, просто вот в ответе Человек-паук, поэтому нормально, пойдет. А за что? За, понимаем. Понимаем. Машина. Матрица? Это Матрица, да. Там просто, видите, там по Человеку-пауку были нарезки из разных фильмов, и это, конечно, не очень правильно было, но что поделать. А, музычка? Сейчас, так. Сейчас скажу, сейчас. Сейчас подождет, чат напишет. Угадай с трех нот. Песня Wonderwall, а исполнитель? Ну, можно либо название, либо исполнителя. Что-то одно можно назвать. Ну, песня вроде Wonderwall, ну, возможно, я поторопился. Uh-huh. Uh-huh. Надо было просто допеть, это надо было до припева. Надо было допеть до припева. Парк. Ну, как я и говорю. Там да, Гивенап, я название забываю. А, ну, давайте музыку добьем. Это Квин. Ну, давайте расчехлим игры. Диабло 1. Hellfire. Нет, просто Диабло. Так, ну, скорее всего, это SimCity. Чего? Да, да. Это не SimCity, Civ 2? Нет. Я бы сказал, даже один, наверное. Вот я тоже, у меня был либо вариант Civ 1, либо... Ну, первый не так. Написано, да, это цивилизация первая. Сука! Дюк, вот тебе сейчас стыдно. Да я не играл в первую, отстань.
Command and Conquer. Нет, Red Alert. А, да? Окей, ладно. То, что у меня не грузятся картинки, это нормально. Бывает. Бывает. Спасибо, Батан, за год. Star Wars какой-то. Star Wars? Ну тут да, тут хуй назовешь на самом деле. Ну смотри, давай вместе думать. Возможно, это не Battlefront. С клонами связано. Это какой-то Assault. Какой-то Assault. Да, хорошо, что не я нажал. Графон с PS1, наверное, да. Блин, усатый же ее стримил полгода назад. Как же она называлась? Не, это не, а это не связано это с клонами. Там не будет названия. Не знаю, пусть будет Star Assault, не знаю, какой-нибудь. Нет. Там это точно... Star Wars и Скайл Катарину. Да, обязательно прям точно? Или хватит этого? Но мне нужно название из 4 слов. Еще раз произнеси, что ты сказал. Star Wars, Kyle, Kyle Tarn, там Jedi Academy, вот это вот вся какая-то хренотня. Там миллиард частей, я тут точно не ждаю. Это Droid Assault, блядь. Был, блядь. Dark Forces. Dark Forces. Ух. Нет. Это я не знаю. Который из них это? Это я не знаю. Ох. Блин. Я в такие такой квест я не играл. Похожих я оба забыл. Нет, это не Тунстрак. В Тунстраке там не знаешь. Предположи просто. Там кинемагда, там же Машина, я смотрю, работает. Live Action Capture там персонажи. Так, ну ладно. Там же Док Браун. Машина работает на двух лидеров, как бы. Да, пипец. Не, машина работает очень плавающая тут, как бы. Варан, ты просто не в топе. Да, Гитмана к Башкирову, от Башкирова к Гитману очень плавающий. Очень плавающий. Где мои женские штучки? Хотя чувствую, там подвох какой-то будет. Конечно. И мужики все растащат. Конечно. Игровидос. РПГ. Машап, кроссоверы, рандом, фильмы и мультики по эмодзи, женские штучки. Бля, по эмодзи. Дождалась, Надя? Дождалась. Мне это не слит ничего хорошего, мне кажется. Нормальный там ценник. Мони, выбирай, пожалуйста. Женские штучки. Я хуй знаю. Что это за дерьмо? Ну, по-моему, это тренажер для ума. Что? Надюха, не ожидал я тебя. Я не улыбаюсь просто, сорян. Мне не надо. Ну вот тебе тренажер, значит, пригодится. Фильмы и мультики по эмодзи. Ну, это Хатик, самый верный друг. Хоть бы с большой буквы Людвиг писал. Но чем за неуважение к собаке? Я копипастил. Холодное сердце. Он брифайром охуярик. Блять, реально. Да, крыса. Американский пирог. Сука. Жесть. Какие-то читы пошли. Фармит поинты. Дьявол носит Прада. У меня еще эмоджи все почему-то два раза загружаются. У меня они дергаются как-то странно. Да-да-да. А это текст читается. Черепаха выебала мышь. Черепашки-ниндзя? А, точно, да. Это Сердце попадает в рай. Как же они... А, это из-за того, что кодировка у них сбивает, они перебиваются на адекватную кодировку. Их глючит, ёб твою мать. Я не смотрел, если что. Я знаю. Это «Назад в будущее». Да, точно. А, будующий пиздец тебе, Людвиг. Это не я, я говорю, копипастил эту тему. Копипастил. Не проверил. Это про факера что-то. Это про факера. Чего это? Валли? А, джентльмен удачи. А-а-а, нихуя. А-а-а. Эвер был. Ну, молчание и ягнят. Жесть, эксперт по эмодзи зашел. Отличная тема, мне понравилась. Жесть, как вы поднялись с нуля? Ну, я знаю эмодзи.
Ну ладно, давайте по РПГ пройдемся. Какая-то сущая свалка. Это Baldur's Gate первый. Так, погнали дальше. Название игры. Так, ну хорошо. Джавуд представляет огонь. Это Готика 2. Нихуя себе. Ну, вот так вот. Понимаю. Уважаемо. До 600. Assassin's Creed какой-нибудь? Новый что-то. Толерантненько как-то. Ставлю на Assassin's Creed. Знакомая. Я, кажется, там даже первый создал. Да, создавал. Башкир выбирай. 450. На картинке нет. Other World? The Other World? Ну, Out Worlds он там называется. Нет? Бс, блядь. А че, я пробел нажал? У меня картинки нет вообще. Там трапа в названии. Ну, вторая игра вот по названию Outer Worlds какая-то еще есть. Вот можешь ее назвать. Outer Wilds. Я тебе картинку, это? Блядь, не вижу, чуваки. Я тебе говорю, это вот оно, да, назови. Ну, Outer Wilds, наверное. Второе слово не могу понять. Outer Wilds. Ну, типа, а че я, как его назову? Че вы мне мисуете? Я не вижу картинки вообще. Дюк, я тебе скинул в этом. Внешние миры. Я не слышал Газера. Газер, что? Внешние миры. Outer World. А я бы так и сказал. Да. Ты другой говорил. Нет, ты другой сказал. Да? Блять. Ошибка. А Джокер другую игру называл, но название похоже. Блять, Cam Delivery, как она называется? Да, Kingdom's Come. Польская. Cam Delivery, да. Чешско-польская. А у меня... У меня варан всегда так. Пинги? Пинги, к сожалению, работают. Рандом? 150. Что за Ассалин? Где он человек на свиньей? Ну, я уже Ассалин. Отсылочки пошли, отсылочки пошли, да, Людвиг? Да, хорошо. Ну, поехали дальше тогда. Home Price Gauntlet. А почему засчитал там перевод? Это один из вариантов. Не-не-не. Какой получится год, если год отмены местного права России в 161? Блин, подожди, так. Честно, готов был просто нажать и кое-какой год сказать. Бля, я знаю. Я тоже хотел, я догадываюсь, я бы начал читать. Я догадываюсь. Ну, давайте отмена. Пас. Да сука. 2222? Ты, по-моему... Ну, должен был кто-то понять. 1945. Тоже нет? Ну, ёбаный рот. 2022. Позор случился. Я подумал, что это с отсылочкой, типа, счастливого 45-го. Это шлакоблокун. Блять. Шлакоблокунь? Что это за хентай? Это черная библия. Ладно, это смешно, да. Прикольно. Ну, давайте на Дюхину тему потыкаем снова. Да, блядь. Давай. Это массажер для щек. Для лица. Типа. Я не успеваю проживать. Спасибо, ТикТок, что я знаю, что это. 1050. Я хуй знает, блядь, какая-то садомаза. А, знаю, ебануть из баб — это средство для утяжки подбородка, типа для утяжки лица. Ну... Ты просто описываешь то, что видишь, или что? Оно так и работает, Дюк. Ну, еще можешь, типа, сказать как-то по... По Алиэкспрессовскому? Утягиватель для лица, я хуй знаю. Симулятор стриги. Ну ладно, это не для утягивания точно. Не для... Ёб твою мать. Утягивание — немного другая функция.
Сжимать ебало, извини. Ебало, вы чё, серьёзно? Ноль шансов. Худение. Типа, а как там худеешь, типа... Ну, вот ну он мешает есть. Массажер для носа, я не знаю. Ты как ебуть думаешь, что-то... А кто должен знать? Ну, я не... Не, я знаю, что это за счёт... И выпрямление. Выпрямление? Как хорошо, что я не нажала. А это чтобы кадышки убирать? Да. Ну, это я знал, да. Обжал. Просто я подумал, что как это с женщинами не очень связано. Больше бабы, чем я. Это чтобы реснички закручивать. А как называется инструмент? Да вы что, издеваетесь? Ресницы закручивать. Ладно, ладно, нормально, Мелисса. Правильно ответ. У него есть название. Ничего себе. А это чтобы второй подбородок убирать, типа... Да. Чикатинка, спасибо за три года. Ну, это клизма. Простите всех, кто есть на стриме, и вы здесь. Это менструальная чаша. Чего? А что с ней делать надо? Я ими не пользуюсь. Гитман, ну? Щипчики для бровей. Есть контент специально? С подсветкой. Образовательно, так сказать. Потом ты скинь. Так, ну давайте мэшапы за 300. А, ну они все за 300. Мэшапы, то есть нам нужно дать либо исполнителя, либо группу. Но фильм, и группу, и фильм и игру. Fallout 4, а фильм я не знаю. Американский психопат и Fallout 4. Серию фильмов и серию игр. Человек-паук. Is there anything you'd like to say about it? Mass Effect. Mass Effect и Austin Powers. Долго Austin. А каком из Mass Effect было? Серию фильмов и игру. Игру одну. Брата Киберпанк. Да как я не успеваю. Курва! Да как это сжать вообще? Серию фильмов и игру. Просто не жмите. Forget what you think you know. Нет, я не знаю. Блэйд какой-нибудь или Ведьмак? Блэйд и Скайрим? Oh. Ой, Блэйд и Ведьмак. Сука, какой Скайрим? Ебать, я, конечно, красавец. Какой Ведьмак? Третий. Скайрим, блядь. Там серию просили назвать, вроде как. Нет? Да, исполнителя, название и фильм. Исполнителя название. Предположим, что это приключение Шурика из Скриликс. Серьезно? Нет, я такое не слышал. Исполнителя и название трека. Шрек какой-то. Ну, мне кажется, это прекрасная далёка и yeah. Шрек. Ну, а поёт, как в Шреке игрался? Ну, Somebody вот это он поёт. All Stars. Я не помню, как она называется, если честно. Ну, Башкир же тебе сказал, так что да, зачитай. Я не могла вспомнить. Прекрасно далеко, я не вспомнил. Я думал, как это сформулируется. Ну, не выбирай. А газет, ты пропадаешь иногда. Поэтому ну, слушайте, послушайте иногда. Две игры. Две игры назовите. Genshin Impact и Doom. Какой? Doom Eternal. А где хоть там Doom Eternal-то был? Неплохой был бы кроссовер, кстати. В игре с Windows 700. Отгадайте группу видео. Я отгадаю. Ну, Цуни. I'm in Canada. I'm in the United States. I'm in South Korea. I'm in... Welcome
to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Блин, я, кстати, не помню часть ту сраную. Да, Call of Duty и все. Ну, с ГУЛАГом какая часть? Я не помню, забей. ГУЛАГ. Я не играл в Call of Duty уже. Ну, она одна. Стоп, это какой-нибудь Warzone, что ли? Это или мод такой называется, я не помню. Ну, да. Warzone? Warzone, это так чаще называется. Хочу и подсказываю, что ты мне сделаешь. Не, я просто знал, потому что это модификация у них, ну, в самой игре. Опять тут все ёбаные вопросы с секретом, да? И вроде бы да. Варан, братан, спасибо. Как там Варану отдать? Да не надо. Сука, я помню. Это жестко. Радужка. Если бы мне нужно полное, я бы полное. Да не, я понимаю, да. Так, чё, Цуна, разыграем на двоих? Ну давай. Не, красятничает. Чё, ты пошёл? Ничего не знаю. На полочки пошли. А, ну пока, Цуна. Ой, эти контурные карты. Сейчас. Какая-нибудь Европа там или что-нибудь такое? Welcome to the Cum Zone. Это Европа Универсалис 4? Это новое или? Еще раз, что ты сказал? Подумай, пожалуйста. Ну да. Европа Универсалис 4? Ну, он то же самое сказал, а Гизер-то подумай, пожалуйста. Это подстава была от Гизера. Он убирает конкуренцию. Варанчик, погнали дальше. Пока кто-нибудь из нас не запнется. Ой, присята. Самозарядный корабль системы Симбра. Ну, я скорее всего запнусь, потому что я хрен эти шутеры вообще знаю. Но типа. Это пробивание текстур, да, он там дверь пробил. О, господи, Варан! О, господи, Варан! Какой позор! Какой же позорник! Погнали дальше! Актер. Сломался, не знал, что сказать. Я реально гуглил, не знаю, пошел там ничего. На видос был просто угарный. Ну да, видос был вообще хорош. Давай, разыгрываем. Does this thing work? Sure does. I just oiled it. Beautiful. Give it up, baby. Квестчин, Марк Квестчин. А, понятно, я понял. Фональ четвертый. Блин, я, кстати... Да вы ёбывались? Тут я уже запутал. Это я знаю, да. Нет, это не трёшка, я думаю, что это четвёртый. Это древнющая РПГшка. Это четвёртый. Хрен его знает. Цивилизация, что ли? Не знаешь, да? Не, не знаю. Это что, Брутолэппин, что ли? Ну, запнул. А, не осуждаю. Почему ты понимаешь? Так, Варан, как бы нас не... Не, ну нет, всё, не скажем, пока не запнёмся. Всё, запнулись. Да? Давай кому-нибудь. Я себя, ёпта. Не, вот ему не давай, он наглый какой-то. The Binding of Isaac. А вторую игру назови. Одну тут одна только. Вторую? Нет. А нет, одна. Тут одна, понятно. Но там просто это, из Амогусов же. Давай кому-нибудь. Муни. Shepard. Rex. Oh, это Mass Effect. Shepard. Rex. Shepard. Rex. Это Mass Effect.
Заяц, волк. Real deal. Заяц, волк. И в третьей части тоже так делал. Ой, давайте ОСТ, это любимое. ОСТ. Это Герой 3. Боже. I'll meet you in the middle. You can show me what you got. If you're feeling lucky tonight, Diamond City, yeah, it's my thing. I flash my stuff. Diamond City, она сказала. I show my rings. I do the boys a favor. With all my manual labor, it's good to be a good neighbor. Если бы надо было учать, я бы сказал Fallout 4, да. Но так, нет. Не знаю, как никто не отграл, потому что там песня первая за Diamond City. Ёбаный рот, а! Я услышал Diamond City, но не мог вспомнить. Сука! Я вот жду, Сталкер будет, интересно, бандитская тема, тут полька это или нет? Ясно. Это была близко. Это Sims, но какая часть? Да. Судя по всему, либо вторая, либо первая. Вот, судя по всему, либо вторая. Четыре попытки. Или все вторая, да. Вторая, вторая. Да, вторая. Первая такой. Такая старенькая мелодия прям. Да, да, да. I have no idea. Ни малейшего понятия вообще. Ладно, давайте попробуем. Может, это саботёр? Чего? Окей. Это должно быть за 1600, чтобы такое отгадать. Здесь всё за 200. Ведьмак 3 опять. Но это Диабло 2. Нет, такого там не было. Нет, там нет. А, надо было дальше послушать. Окей. Ну, я думаю, если бы это был Ведьмак, уже кто-то ответил, поэтому это не я Ведьмак. Я вообще, нафиг, я это знаю. Дай второй шаг. Ну, можешь его сказать? Это пока... Сейчас окажется какой-нибудь Divinity Original Sin. Ну, я не знаю, Horizon? Понятно. Yep. Мортал Комбат 11. Не, спасибо. Я это меня поначалу не считаю смутило, это за игры. Как бы. Опа. Ну это я должен знать. Игра GTA 2. А, точно. Но я бы не вспомнил, Николя. Будем честны. Спасибо, Горя. Россия оф тыс. Самое смешное, Башкирев вообще кнопку не жал, а Гизер нажал. Нет, да. Ну типа показывает квадратик, кто нажал после того, кто выбирает. То есть, если показывает твой квадратик, а выбирает кто-то другой, это значит, ты нажал после него. Давай нажимай, Башкир. Okay. There will cry, да? Какая часть? Блять, ты серьезно? Почалось. Да, там треки отличаются. Хорошо, что треки реально больше. Я бы сказал, что это металлический. Наверное, который ребут. Вон у него там номерная первая, по-моему, стала. Опять. Который не ребут, нет. Devil May Cry 3? Devil May
Это чуть не страшная сцена вроде даже. Если бы я сам нажимал, то я бы сказал тоже DMC. Логика подсказывает, что я должен это знать. Но я не знаю. Это, кстати, не Twisted Metal случаем. Угу. Начать попробуешь угадать? Ну, шансов, по-моему, мы не можем. Играя, типа, не надо часть. Я бы засчитывал. Я бы засчитывал, при всем уважении. Тихо, тихо. Самый первый из какого-нибудь, там, Dreamcast'а. Ладно, душить особо не буду. Я почему тут часть не надо, а в Devil May Cry надо? Потому что Devil May Cry мультиплатформа. Devil May Cry очень легко понять, какой части. Ведьмак, наверное. Опять. Так, третий. Это Divinity Original... О, нет, стоп, это Baldur's Gate 3. Фух. Исправился. Гений. Жесть. Я думал, это Бастионка. Не, Бастионе... Персона. Какая часть? Блять, не прошла. У тебя поинтов много, так что давай отвечай. Ну, я понимаю, да. Так, ну, пятая, наверное. Пусть будет 5. По-моему, это четвертая персона. Ну, шансов. Давайте третью персону. Наверное. Я думал, если четвертая, то спин-офф. Это знакомо. Спасибо Талджану за 11 лет. Сомневаться. Вроде тоже знакомые. Не уверен насчет Южного парка сегодня. А, блять, а как называется? То, что Кит не надо проходил 2D с белым челом, главным героем. Че? Платформер. Сбун звание. Hollow Knight? А, нет, нет, это не то. Извините. Хорош, попытка забайтить. Ну, я реально, может, я бы назвал, если все равно другая. Русалочка. Default Music? Спасибо, Макулола, за 5 лет. Не знаю, Зельда Breath of the Wild. Нет? Вообще нет. Это что-то сейчас как-то смешно. Что? Да они все одинаковые. Зе, а это не загрузочная геншина была? Блин, я только хотел сказать, нас тут нормальные, нас тут таких ребят нет. Я сказал, просто взывал, ты чуть не порвался. Бараны, стоило это того? Получается... Нет, это, блядь, того Антон Дюд, спасибо за 21 год. Надеюсь, ты доволен. Нет. Выходил, значит, понимаю. Оставите игру. Это Donkey Kong Country. А вот засчитало, если бы просто Donkey Kong? Нет, у меня не хотел, просто Donkey Kong. Это Doom 2. Yep. А вот тут нет. Почему, ну, то там... И все происходит в 2022 году. Fallout? Опять же он первый. Слава богу, что он часть не спросил. Тут я поплыл. Dungeon Keeper, наверное.
По-моему, это Dungeon Keeper. А часть? Значит, вторая. Судя по сладости графики, скорее первый, чем второй. Но у тебя поинтов много, поэтому не считай это. Он думаю, бы не стал спрашивать, чем. Вот это ошибка была такая. Критическая неудача. Он бы не стал спрашивать часть, либо это было просто Dungeon Keeper. Может, третий? У меня из головы вылезло. Нет, ну, всего частей вообще. Это графон здесь, ну, это второй, по-моему, нет? Да. В первой рука красная, а вторая там я не помню. Ну, типа Warcraft, Orc, весь Human. Нет, это второй. А часть какая? Это первый вариант. Гитман там светится. Да это Warcraft 2, соси вариант. Боже, блядь! Ой, дурень! А Рольф? Tides of Darkness. Графон же. Так, сейчас сделаю скриншот. Сейчас сделаю второе лобби. То есть выходим все. А перерывчик будет минут на 5? Да, давайте сделаем перерыв и сделаем новую катку. Я что-то прям... Не, меня, во-первых, типа запутали, когда я сказал с самого начала, что это Dungeon Keeper 2, и мне такие, а? Чё? И все. И тут я, короче, уже потерялся и не думал даже. Вроде же сразу все сказал. Если бы это была первая, он бы не стал спрашивать тебя, какая часть. Да дело-то не в этом. Типа, я такой смотрю, вот, ну, типа, Orc vs Human, такой, блядь, стоп, подожди, никакой нахуй первый. Я про Dungeon Keeper. Так, я сделал... те же самые. Их, больше гид. То же самое название, тот же самый пароль. Единственное, что в названии без хеха. Их там что-то первая, вторая, третья, а потом еще одна какая-то Dungeon Keeper и еще одна новая. Там дальше надо себя спрашивать часть, даже когда это первая часть. Даже когда других частей нет. Типа того. Я согласен. Так, отойду буквально пару минут. Спасибо, 400 тонн за 3 года. Так, добавить стол. Кого еще нету? Муни нету. И все. Только его и нет. Я, кстати, удивлен, что типа вы на самом деле много чего узнаете. Но много чего не знаете. Ты говорил, что здесь отгадывать будут все. Ну, я думал, что да. Ну, в основном, типа, старенькие игрушки всякие, думаю, тут все люди под 30, думаю, ну буду знать. Да пошел ты. Вот ты. Мне еще 25 даже нет. Ксинк, ну если хочешь, можешь взлететь, давайте слот сделаю. Сейчас тебе скину данные. Людвиг, в этом раунде будет аниме? Не помню. А женские штучки? Нет, тут их уже не будет. Чёрт. Ксинг сюда перетащить, кто может? Алло, а мы разве не прошлое продолжаем? Продолжаем, да. Но оно еще много, еще 2 раунда, финал. Здорово, Ксюх. Добрый.
Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Ура, веселье. Ну, да. Я побеждаю, мне весело, пиздец. Так, Муни и Ксинг, заходите, давайте. Вообще, что там во втором-то? Второй половине не помню, что там. А там гачи, мемы. Гачи, мемы, фильмы. Немножко. Какая кнопка по умолчанию стоит? Правый контрол, да, ведь? Угу. Отлично. Я не могу найти. Муни тут? Мангал? Да, да, да. Заходи, да. Тут то же самое название, только без хеха. Пароль тот же. Сейчас. Можно еще будет в рисовашке какие-нибудь собраться на выходных еще. Там я еще хуже, чем здесь играю. В смысле? Ты лучше, по-моему, всех играешь. Лучше. А это тот же самый пак, только разбит на две части. Сейчас будет вторая часть. Угу. Правильно. Интересно, будут ли женские штучки еще раз? Не буду. Черт! Ради них приходил, да? Черт! Я кричала в монитор, это же для рта! Это для рта, а вы не угадали! Для рта. Ну ты эксперт. Определенно. Получается, что эксперт. Ну, хорошо, что ничего не было для жопы. Там был один массаж. Хз, как по мне, там все, что там вот было изображено, все, по-моему, можно в жопу вставить. Не в жопу, так в другое место, там рядышком. Жопа друга, в смысле? Секретную жопу. Массажер для лица, вот для скул, который вот башки рассказал, что в ТикТоке насмотрел. Ну, да, в принципе. Эргономичная ручка. Спасибо, Резволам.
Резвор Лам. Походный за вариант. Макафон. Кто Макафон? Добро пожаловать. Кто готов, кстати, жмите готов. Варанин, Саша, только тебя ждали. Чтобы личико красивое было и удовлетворено было. Так, Гайзер, теперь ждем. Только Гайзер и ждем. А он... Надо тему Гайзера надо убрать там одну. Он там читерит. Кто читерит? Гайзер на одной из тем. Ален Гордиев, спасибо за просмотр. 8 лет. Эмодзи. Ага. Я там все-таки... Думал, потом думал, потом отвечал. Да. Это, в принципе, рабочая тактика. Там эти эмодзи еще шакалятся, поэтому типа дополнительные 2 секунды у меня пока не прогрузится. Но они типа как текст забиты, поэтому они типа читаются, и поэтому происходит... Они перекодируются и глючат. Ну, все, вот смотрите, по играм 90-х, кстати, практически все угадали. Mm-hmm. Только на одной запнулись, которая Canon, что-то там. Canon Fodder, да. Да не, я просто не рискнул, как бы. А, ну, да вообще все знали. Вид такой, типа, а, там что-то где-то на обзоре, я сижу, но это Canon Fodder, не Canon Fodder, Canon Fodder, не Canon Fodder. Ну, типа, там не сеговская версия была, я ее-то по сеговской вроде помню. Mm. Какая разница? Она там немного отличается графином. И что? Название это тоже глупая ящерица. Гайзер, ты пришел? Фус. Ро. Да не умею. Да. Уэп. Фус. Ро. Да. Уэп. Сейчас, пару секунд. Да, давай ждем. Кислород сам себя не поменяет, извините. Ну, это важное занятие, на самом деле, да. Гайзер, кто не знает, просто на космическом корабле сейчас. Все ладно, у меня была есть плохая шутка, но не подпишешь. Когда уже... Хорошо. Давайте тогда перекличку сделаем быстренькую. Башкиров тут? Тут. Дюк? Тут. Газер? Да. Баннер Гид? Под вебку? Тех зовут. Тут. Ксинг? На месте. Муни? Я. Yeah. Надейда? Тут. Таус? Тут. Цуна? Тут. Варан? Да. Все, го. Вот уже очки проставил. Погнали. А что написано без фальстартов? Это значит, что можно жать до того, как вопрос полностью прогрузился. Ох ты ж, ёпта! Это поинтереснее же, честно. Этот вариант мне больше нравится. Ну, три было, да. Мимис. Мемис один. Так, это мимо, right version, dead pause. Я уже увидел там тему, которая для меня будет. ТВ-шоу, возможно, мемис два, возможно. Я буду пробежать. А чё мемис один и мемис два в одном? Марвелы. Разбиты. Будут ногтей подсматривать. Нет, просто слегка разные мемы, поэтому разбиты. Давай Муни выбирай. Жми. Муни выбирай. Марвел сосёт, кстати. Согласен? Right version 300. Ловите оригинал. Снова стою одна. Это Ваенга. Это Ваенга. Ваенга? Чего? А где там right version-то был, блядь? Так, далее. Это младший лейтенант Олега. Угадай по трём шлепкам. Младший Лазермен вообще-то так-то. Ладно, давайте... Вообще так-то младший Лазермен, я протестую. Это младший Лазермен был. Оригинал. Мы всё-таки просили назвать оригинал. Оригинал. Давайте всё-таки нырнём в пучину DC и Marvel. Нет. Давай. И как же его... Это персонаж странной амальгамы. Подожди, у тебя... У меня тоже нет. Это весь вопрос, типа...
Нет, там должна быть картинка, но я нажал слишком рано. Да. Наказали. Молодец. Получает она. Джаггернаут. Дайч. Окей, а вселенная какая? Ебаное говно из жопы дохлого слона. Марвел или DC? Попался, блядь. Подожди, это хороший вопрос, но я... Да, давай, DC пёс. Пускай будет. Да, да. Давай сюда. Джаггернаут Марвел. Он же в Дэдпуле втором был. Так вот я сидел, да, я типа... Продолжай. Да ёпта. Сюда, давай. Я типа не шарю за эти ваши вселенные. А чего отвечаешь тогда? Персонажа знаю. Ксю, давай. Да угадаешь, это жизнь. Это ж попса. Женская солидарность поет. Ой. Ну, это Рафаэль, очевидно. Боже. Ты видишь подсказку на груди. Да, я знаю. Daredevil — это DC. По-моему, так его зовут. Это не DC. А можно забрать баллы? Да ты гонишь. Я всю жизнь думал, что это DC. Ты чё, хотя кухня, это вполне снимаю. Ксинку играй. Так, далее. ДЦ в более нереальных городах обитает. Сериал Готэм, Нигма, DC. Так, погнали, блядь. 1800 ставки суки. Люди Икс и Эмма Фрост. Марвел. Как же поебать просто. Я забыла, я помню, что алмаз, что было. Железный человек, очень старый Марвел. В смысле, блядь? Вот так вот. Что-то мне подсказывает, что ты не очень старый. Че, шутите, что ли? Почернел аж. Так это друг. Понял? Да, другой герой. Понял. Че, комиксы знаешь, да? Хуёмиксы. Каратель. Марвел. Разве это не Шейн был из этого, из Ходячих? Это был один персонаж всего. Кажется, сейчас DC-шный будет. Хуй знает, Диабло. DC, Степной Волк. Господи, какой же всратый персонаж, блядь. Какой же всратый Сиджан. Да, так, это зафармили, погнали дальше. Мими-сэйби. Аниме мими. Понятно, понятно. Что за шакалы? Вообще ноль шансов. Алло, это Патрик. Серьезно? Какое-то очень сложное аниме. Давайте мемесы два, а ты попробуем другие. Вырезанное слово. Ёбаное. Крадется. А, да. Точно. Почему-то он, блин, в 4К, и это меня смутило. Перевернутый значок Википедии у него на жопе. Мой вариант лучше, я считаю. А где слово-то? А, все, понял. Страшно. Я осуждаю. Этих? Людвиг же пак подбирал, тут не будет этого самого. Как бы мы не хотели. Два вырезанных слова. Oh, yes. Enslaved water. А, мой. Конечно. Порабощенная влага. Жесть. Я такого не видел даже никогда, если что. Сложные мемы. Let me in. Стыдно мне, стыдно, если честно. Это еще это нормально. Это что? Имя актера или его титул? Александрус Невский. А титулы начинаю перечислять. Ну, это слишком долго будет. Первые 10 титулов, давай. А мне мистер все? Мистер Вселенная, мистер Мукомол, Сия, Руси, режиссер, СНГ. Актер, сценарист. Актер, режиссер.
А мем в чем? Без понятия. Он да, сам человек, мем. Человек мем, по-моему. Ну, Саша, здравствуйте. Хуй знает, блин. Мистер Вселенная полиглот сценарист пароход. Я бы хотел быть таким мемом, у которого, блядь, Шварценеггер на дне рождения, блядь. Вот так вот. Вот так вот. Ну вот так вот. 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 Позови. Вот так вот. Рашкалак. Вот так вот. 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 Я благодарю вас за внимание. А сейчас пора ехать дальше пропагандировать спорт. Спасибо. Красавчик. Спасибо. Все, что я могу сказать. Мне мистристо. Это просто охуенно. Это просто охуенно. Ты хуй знает, какие-то зумерские темы вообще. Давайте вернемся к первому мему. Да добил бы за соточку. Название аниме изи. Да, я просто аниме всегда убираю, так что вот. Чё? Fill it in a few different times just to kind of get a real deep color. Ну, назвать аниме будет. Жо-жо. Ну, это Жо-жо. Да. В чем мем, блядь? А в чем мем-то? Ну, там дальше надо было посмотреть. Я думаю, в ролике было бы весело. Что за кавыч? Я говорю на победу. Меме за 100. Название группы и песни. Название группы или песни? Dragon Force, Through Fire Flames. А в чем мем-то опять? В чем мем-то, я не понимаю? Right Version. Right Version. Right Version. Crab Wave он называется? Еще раз, как? Crab Wave. Ну тогда уж краб рейв. Ой, блядь. Ой, блядь, ошибка. Рейд верши наши мемасы. Мемиса за 1200. ОСТ сериал, как называется сериал? Это семейкадом. Да. Там потом взрыв будет масштабный такой. Да, ты прям так же нажал на самом деле. Не дал попугаю погибнуть. Ну, кстати, я узнал, просто я не был уверен, что я смогу, так сказать, нас вспомнить. Поэтому не стал ждать. Ох, сука, со смыслом? Нет? Ох, сука. Как хорошо, что я этого ничего не знаю, а. Название аниме и мультика. Нет, вариант. Я не знаю, что это. Название аниме и мультика. My Little Pony. И аниме какое? Там и то, и другое. Ну, Бжожу, скорее всего. Нет, все так. Да? Шесть. Серьезно? Это Бжожу такое было? Что? Да кроме Бжожи аниме нет. Нужно назвать аниме. Снова Бжожу. Бжожу. Клинок, рассекающий демонов. Да, блин, не успела. А трек можно? Это... Господи. Ну трека нет, я... Так там или аниме, или название трека. Чё ты Ксюху мучаешь? Да, вообще. Да, я немножко неправильно задал вопрос, но да. Но это Night of Fire. Жесть, меня пытались обмануть. Именно он является директором издательской стратегии в компании ЕГЭС, руководитель процесса разработки Big Game Store. Там называется... Галёнкин Сергей? Спасибо, Галёнкин. Галёнкин, сука. А в чем мем-то? Опять я не понимаю. В чем мем? Это не покупка. Чего, блядь? В чем мем-то? Баран, я не понимаю. Сложные мемы. Да. Мемы пятилетней давности подъехали. Баран, я сейчас сижу, курю, не трогаю. Ответ на мемы на лучше не сказать эту тему. Еще молодые, зеленые. I have a high ground. Ну это, короче, там, блядь. А, нет, это не он. Чего название? Мема? Да. Ну, привет, и как оно там правильно-то, блядь, читается? Ну, привет, да, считается. Hello there, генерал. Блин, ну, кстати, я бы не засчитывал. Там у меня есть, что это считается. Hello there, вот там. Да. Hello there.
Дженерал Кеноби. В чем мем-то, я не понимаю, блядь, это кусок фильма, ну, блядь. Ну, потому что его любят в гифках вставлять. Его расфорсили сейчас. Что за бред, блядь, вообще? Что нахуй за бред, блядь? Это ужасным дополнением к моей стриме. Вы кто такие? Я вас не звал. Вот это мем. Вот это мем, да. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Вот это мем. Пипси, спасибо за 28 лет. Название игры и мема. Или персонажа. Ну, это VR-чат. Это Стич. Нет. Да, мема название. Она места. Я помню это. Ну, видимо, VR-чат и Knuckles. Ну да. Противник слева на франгу. Что-то такое было дальше. Южный парк будет, да, еще. Это вообще Цуна был, как бы, в танке. Да, да, ТВ-шоу. 1800. Понятно. Любовь за... Боже. Сердца? Любовь за сердца? Ладно, душить не буду, пойдет. А надо было душить 1800. Пойдет, нормально. Понятно. Так, ты вышел дальше. Вот это мем. Вот это мем. По-моему, это, блин, называлось «Удивительные люди». По-моему, ему жить надоело. Это российское телевидение, что ты хотел? Маска. Не маска. Это не маска, маск фильм такой. Хороший, между прочим. Да. Танцы на ТНТ. А то что не знаю. Там и новые танцы, и танцы на ТНТ. Типа, я типа не ебу, что у них там новые. Вот новые танцы было правильно. Однако. Это Тимати? Холостяк. Даже спрашивать не буду. Какой сезон? С Тимати? С Тимати. Возможно, второй. Ой, блин. Это с последней. Зумерское говно. Ну, Дом 2. Какая серия? Орел и решка. Прифайрим, что ли, херач? Ну, видимо, да. Слабое звено. Я телевизор не смотрю, если что. Да мы видим. Мы верим, мы верим. Пусть говорят. Да? Господи. А тут столько вариантов. Хотя не факт, на самом деле. У него же там они менялись, они постоянно. Но я знаю, как он называл. Большая стирка. Пусть говорят с Андреем Малаховым. Да? Не, ну большая стирка, оно так тоже называлось. Ну, тут другая передача была. Ну, господа, мультики за 1350. Не знаю, охуенно. Какое-то зумерское говно. Таус, кайфуешь? Да. Это дядюшка Ау. Блять, опять Гитлер врывается. Ух, уже тут либо зимует. Кто его остановит? Интернет ему обрубайте. Не знаю, зумерская говна. Период Пэнс. Ты как? Теперь вы понимаете, чем Гитлер занимается на работе? Понятно. Явно не работай. Ставки? Став очки. Став очка. Газер, да? Давай, пора удалять. Газер, давай, ставь все, x2 будет. Да, вон, Брайан. Ну давайте, Не-н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 е-
полагаю. Или как его там звали? Ну, какое название еще раз? Ну, Adventures of... Как его там, блин? Мобилка эта сраная была, где ниточки резать. Ну, нет, там была лягушка. Это не оно. Зумерское говно. Ну, честно, да. Господи, слава богу. Хлебоутки, чё? Да. Что это за говно? Нет. Жесть. Это, господи, школа императора. Какая школа? Новая. А, там что, старый? Зумерское говно.
Ладно, я понял. Это, кажется, Kid West Cat. А что вы хотели, чтобы были всякие Аладдин и Чип и Дейлы были? Нет. Ничего, недовольство. Ребят, я отойду минут на 5, срочно нужно. Давай. Сирена у него нас один план. Пока что там кот орёт. Он не дома. Ну это я. Эх. Вот она, где классика. Вот. Зумерское говно. А, это Леди Баг. Полная Приключения Леди Баг. Мирюкулус Леди Баг. Я не помню, как переводится. За 300 я бы засчитывал. Не хлебуйся, Люди. Хочу подушить. Не души, блядь, ты Ксюхи засчитал. Неполный ответ, не выебывайся. Кто рядом сидит? Ну, блядь, Леди Баг и Суперкот, но это не название. Это серьезное название. Боже, блядь. Ладно. Ой, блядь. Ох, господи. Это что за говно, блядь? Это Барбоскины. Что это, блядь, за говно? Блядь, я счастлив, что я вырос гораздо раньше, чем появились. Я тоже ворон. Сука, пиздец какой-то. Это классика, это знать надо. Эйнштейн, где вот это вот все вообще? Мемы ему не нравятся, мультики ему не нравятся. Современные мультики ему не нравятся, я понимаю. Не, я не знаю. Потому что только смелых уважает сада. Но это смешарики Линкин Парка, надо именно треки надо. Да, все правильно, можно хотя бы часть одного, хотя бы часть второго. Нет, младшего брата вот не знаешь, все верно. Ну не выбирай. Ну дальше. Это «Белая стрекоза любви» и второе, господи, «Таркан», хочу сказать, но это не «Таркан». «System of Down». А вроде там название песен было, ну ладно. Эминем и Краб Рейв. Теперь ты правильно назвал. Да, теперь правильно. Учусь в своих ошибках. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Викинг и группа Кино. Я только одну знаю всегда. Вот всегда Викинг. Я только одну знаю. Викинг. Ну, опять то же самое. Второе непонятно что. Тоже не понимаю. Что детское? Как будто Скриликс. Ну, Скриликс? Лунтик. Короче, чуваки, я отрубаюсь, я пойду спать. Давай, спокойной ночи. Я пришел дать эту песню. Витас. Олен. Сейчас. Ну, наверное, допустим, Нирвана. Неплохо. 5 секунд. Это Брейншторм? Ну, или, в смысле, не... Ну, ответ, жду. Брейнфриз или что-то. Ну, короче, что-то с мозгами связанное. Но ответ был неправильный. Нет. Брейнпауэр.
Ну, я же говорю, что с мозгами связано. Кейпауэр. Так было с далеких времен. Это Газманов? А, то есть надо было просто Газманова назвать, поехал, да? В щепки? Окей, окей, хорошо. Yep. Я думал, трек надо. Ой, а как группа называется? Юность в сапогах. Вот не группа, Корни, блядь, а как она называется? Ну, может, она просто откуда это? Ну, это из кадетства, но это не будет что, мне кажется. Не из кадетства. Ой, солдаты, в смысле. Ну... Но я считаю, что это был неправильный ответ. Снимай очки. Стыдно. Юность в сапогах. Нур гейский. На гелике? Оригинального трека. Да. Господи. Карамель данс. Какая? Я даже не поняла, о чем. Ну, это с трех нот. Привстали, сели. А мой мальчик едет на девятке. Boy next door. Ну, это Aqua Bar, Big Girl. Boy. Ой, Тимати! Случайно нажала! Я случайно нажала! Просто гей! Чего? Первый бой, и она знает. Я думаю, у нее просто раньше прогрузилось сейчас. Чуть-чуть, на полсекунды раньше прогрузилось. Это пог. Блин, стыдно-то как! Зимние животные. Зимние животные. Страна по фото в зимнее время. Людвиг, ты прям, типа, у тебя под конец видео вообще не было никаких идей. Да, надо было просто что-то закинуть, да. Ёб ты мою мать, как там по фото-то в зимнее время странно весело. Страна по фото 2300. ОСТ мультиков или аниме? Шаман Кинг. А, блядь! Покемон. Я плыву, блядь. Это как у меня с Ведьмаком и Скайримом. Я бы тоже сказал. Steal his look. Чего, блядь? Ой, как его зовут-то, блядь? Я без понятия. Сейчас вспомню, секунду. Что сделать надо? Человеку угадать или что? Да-да-да, персону. Биг Шак. Да, точно. Чего, блядь? Это рэпер или кто? Беди папа. Типа того. Мэнс Нот Хат. Понятно, опять рэперская тема. А? А зачем я нажал? А? Я что-то на правую картинку посмотрел и думаю такой... Я что-то вообще не понимаю. Но это персонаж не из нашего мира, это вымышленный персонаж. Ну, это как гачи. Гачи персонаж. Нафиг я нажал. Я уже подсказку дал. Че, реально гачи? А я не помню, как его зовут. Это какой-то мэн, по-моему. Ну, какой-то лейзермен. Какой-то мэн. Нет, мэн. Что вообще нет идеи? Нарут какой-нибудь. Прикиньте, какой-нибудь Кратос. Наручники, ну, на руках. Да, блядь. А где у него на коленях? Где вот сумка? Сумка смотрела жестко, да. Да и на коленях у него нету так-то. Какой-то мэн? Я хуй знаю. Дженерик мужчина. По-моему, это этот, как его? Мистер Вайт. Это который из... Куда? Который из Breaking Bad. Это из Марвела? Кларк Кент? Нет. Блять. Не, он кого? Же типа дефолтный чел просто. Типа очки. Какой логику, но это просто мужская девушка. Ладно, кстати. Ладно, а что это у меня все пропало? А что это было? А что это было-то? Да, это из Царей Горы. Кто? Хэнк Хилл это был. Рикардо Милос?
нет картинки. Нет башкиров. У меня опять. Да забей, тема не очень. Это этот Нэтан Дрейк. Из этого, из Uncharted. В леггинсах таких? Да, да, а Бобрик-то защищен? Чисто 70 баксов. Ну и где не прав? И где не прав? Ну, конечно, да. 300 баксов. Кофта. Paint игры за 300. А меня вообще, слушайте, все картинки отхерачило. Это PUBG. Давайте паузу, пусть произойдет. Да. Давай, сейчас нажми. Сейчас нажми. Можно было и меня подождать немножечко. Ну, 5 минут, это сказал, это много ждать. Тем более, сейчас я перезайду. Мне нравится, Башкирев, ты угадываешь игру, и я буквально вот так глаза спускаю и вижу твою аватарку. Вот разницы вообще не видела, если честно. Ну, тогда. Буду считать, что это комплимент. Так и есть. То еще перепись заходит. Варан? Не на тот слот. Ты пересел. А нельзя. А сколько у тебя должно быть? 1150. Да выйди просто. А я за место Дюка сел, по-моему. Да-да, там... Бобр перехватывает большой за 10 подарочных работе. В бухгалтерии что-то перепутали, кажется. Хотя не, я могу удалить. Вот так. Оп. Зиночка, у нас отмена. Сколько у Дюка было? Том Кофи, LTG8, Кассер 591, Дарт Вабби, Грейд 1251, Янг Худин, Арчибад, Арзенхейм, Хлорико, Хардвар. Сейчас проверим. Мое уважение, добро пожаловать в Райан Царство, только вас ждем. Это вор, типа Тиф? Ага. А кто рисовал? Ты это взял или ты сам сказал? Это я взял, конечно. Я думал, рисовал. Заебусь рисовать. Вопрос секретный, кто хочет? Ну давай. Это кто сказал, не слышал? Газер это сказал, очевидно. Если говорят, как из бочки, это газер. Да, да. Очевидно, это возьмак. А как хочешь? Что у него с рукой с справа, мне интересно. Судя по желтой плашке с дополнением. Вот это что, все, я понял. Вдохновленный сериалом Netflix там было написано. Там, подождите, там вышли дополнения к Ведьмаку? На основании сериала? Чего? Да там косметические шмотки какие-то дополнения. Давайте в кинцо потыкаемся, пожалуй. Пейнтфильмы. За 200. А, со ставкой еще, блядь. Ну, придется вот так делать. Жесть. Нахуй. Я, пожалуй, не я фильмы не знаю. В стратегии, да, спасибо за 4 года. Да тебе-то что, даже если ты потеряешься, все равно пир. Ну вот что это за говно? Что это, блядь, за говно? Так, что же это за фильм с Киану Ривзом? Что же это за фильм? Ну? Не, я, кажется, сейчас херню сморожу, но скажу, что это «Матрица 4». Нет. Пахнет настолько... Да. Это «Большой Лебовский» или как? Да, да. А, да, да. Офигеть! Где деньги, Лебовский? А, не узнал. Давно смотрел. Я ну, ладно. Мемы мало смотришь просто. Я не смотрю «Большой Лебовский». Ну, давайте в персонажи потыкаемся. Че, набирать-то надо. Персонажа из игры за 3000. Окей. Любой аниматян, блин. Нет, файтинг, только я не помню, как это называется. Персонажа назвать именно? Я, да. Персонажа? Да, персонажа? Да, да. А, классно, пока. Ну, это Dead or Alive, наверное. Чё? Понятно, ну, наверное, да. Как их зовут? Персонажи, да, типа, круто. Какую из этих двух надо? А, блядь, не успел! Оба персонажа. Мисс Фортуна, наверное, нет? И второй персонаж. Ну, судя, не, по размерам, судя по размерам, Грагас, наверное. Ей, блядь! Блядь, ты лоллер. Страна похода в зимнее время. Я хуй знает. Ну, там грим какой-то, наверное. Очень красиво. Гречи? Парфенон. Ну, какая разница, Рим, Греция, одно и то же вообще. Красиво. Скандинавия какая-нибудь, я хуй знает, они все одинаковые.
Вот ты думай, что это. А, я догадываюсь, что, ну, я не... Канада какая-нибудь, может. Может, финка. Скорее всего, Исландия. А, не, Канада даже. Ну, какая разница, Канада, Финляндия? Финляндия вообще просто ноль разницы. Я хуй знает. Какая-нибудь Швейцария. Германия? Нет. В принципе, это любая европейская страна. Польша какая-нибудь. Да Нидерланд. Ну, давайте попробуем, что это Швейцария. Так, говорю, Польша. Это Великобритания, Шотландия. Да, по номерам автомобилей видно. Как вы увидели номера автомобилей? Нет, это форма. Ну, сейчас бы номера рассматривать. Это не спортивно. Идти дальше. Я хуй знает, блядь. Мой задний двор. Варанье. Оно вообще не выглядит настоящее. Это вообще были какие-то шоколадные дома. Ну, давайте попробуем предположить, что это... не знаю... Судя по растительности, какой-нибудь Израиль. Там снега не бывает. Да, вот я вот подумал, Израиль и снег бывает. Испания. Вроде нет. Как бы широту примерно угадал. Где хоть Бладборн? А это не Кёльнский собор? Не Россия, снег не желтый. Это Dark Souls, по-моему. Я не помню, там есть Бладборн с конем? По-моему, нету. Нет, это... А что это за... Все в картинке смотрим. Ну, это точно Скандинавия. Красиво. Ну, допустим, Швейцария. Это Сочи. Просто это... этот вот... Красная поляна. Да, это тема, что у нас тупачки слетели. Когда мы пытаемся угадать европейские страны. Жесть. Шенни в Мерла. Как это можно угадать было? Я угадал, как видишь. Ну, это США. Это Америка? Нью-Йорк? Да. Большой парк это? США. Угу. Я не буду рисковать, зачем это надо? Ну, это Япония. Это Япония. О, как это ты догадался? Дедукция. Вот такой я догадливый. Вот это наши. Фотка за 700, да? Это наши. Ну, да. Ну, давайте предположим, что это Россия все-таки. Блин, да, кстати, по этим, по вывескам, вот этим вывескам. Типа, это очень тонко, это может быть Казахстан. На библиотеку какую-то. Деревья покрашены были, вы че? И что, ты думаешь, только у нас? Конечно. Ну, Австралия. Это обманка. А, нет. Нет, ну за 300 нет. Нет, ну где еще кенгуру там могут быть? В зоопарке вдруг кенгуру сидят. У меня теперь котинки нету. У меня тоже. Ну, я тут прифайрил уже. А, поэтому не грузится, видимо. Paint игры 1200. Нет, я погрузился. Halo? Какая часть? Первая? Halo. Нет, я тогда не буду. Ну, Halo Infinite тогда. Нет. Ну, там... Да вы чё, блядь? В верхнем углу, вот же Windows. Ну, это вторая же. Чего? Games for Windows, вы чё? Ва! Ну, первая тоже была на винде, ну, блядь. Они все были на винде. О, это... Меня не прогрузилось. Это, сейчас я скажу, сейчас я скажу. Death Stranding. Симулятор доставь. Кодзима гений, кстати. Bioshock Infinite. Что за фигня, у меня вторая уже не грузится. Бывает, бывает. Мне повезло, что я не нажал. Я сказал, что это больной Максим. Я просто хост, у меня тоже иногда не грузится. А? Кого? Кого это? Кого? Это Detroit Become Human. Это FIFA. А кто украл текстуры в правом нижнем углу? Попробуй угадать, какая это. Разработчики. Дизайнеры Electronic Arts, это 21-й, по-моему. Да, блин, это странные ворота не заметили. Я помню, что там такой, типа, арт-дизайн очень странный был, обложки, это... Помогло вспомнить. Paint фильмы. Мбаппе как живой был, да. Не, ну как это сделать? Аватар. Людвиг, я перезайду сейчас, хорошо? Хорошо, сейчас. Я поставлю паузу.
Так его лагает перезаходить. Странно, кстати, почему траблы такие. Так, это по КД на свояке, это причем рандомно вообще абсолютно. В прошлый раз нормально было. В прошлый раз у меня тоже очень часто, я у Гита смотрел. Потому что вы жмете до того, как загружается, я не знаю. Не-не, сейчас я нормально жал. Да, мышки разбираем. Пойдем за 600. Это... 1 плюс 1. Да-да-да, я помню, что там было плюс. Рожа... Лицо хорошее. Правая сцена. Но в голове было 3 плюс 2. Блин, надо Газеру отдать. Ну давай. За 300. О, ух, изи. Ебать, какой нос у него. Это сплит, что ли? Это не сплит. Это другая часть. Это стекло это, да? А, лунный свет. Не, я его даже не смотрел. А, он вроде Оскар даже взял. Ну, я все равно его не смотрел. Это «Звездные войны»? Да. Какая часть? Сейчас до части будет доебываться. Так, это не первые три. Люк снизу бьется с Дартом Вейдером. А, не, или этот. С кем-то бьется кто-то. Ну, так, скорее всего... Там еще «Звезда смерти». Четвертая или пятая? Давайте пятая будет. Хотя нет, стоп, «Звезду смерти» четвертая же взорвали. А не третья или... Это точно не третья. «Звезду пятый. Смерти» же четвертый взорвали. Или в пятой. Я не помню, когда. Ну, шестая. А, не третья не может быть, да. Ну, «Стар Ворс 6». «Возвращение джедая». А, блин, значит, правильно. Нет, это... Ну, как я, ты думал, какая шестая? У меня написано по-другому. Все, короче, нормально. На короче, фрипоинт, и кто там отвечал? У Газера 3500 было. Нет, пускай будет плюсик. Наебали. Дюк, по-моему, не? Дюк. Цуна? А Цуна ушел. Дюк. Дюк. Не, я... Так это третья, подождите, была. Да, это третья. Это третья. Это третья была? Это была третья. Картинка третья вообще была. Да, блядь, перепутали меня тогда в пизду с «Звездной войной». Нормально, на голову. Жесть. Хэнкок? Да, кстати, реально на обложке третьей сзади Дарт Вейдер, я не знал. Брат? Как? Ну... Это классика, это знаешь. Это запоминающийся шрифт был. Персонажи из игр за 300. Марио и Луиджи. Как он нажимает быстрее всех? Я вижу миллисекунду, я понимаю, что я нажму, ну, типа, у него мозг быстрее работает, чем у нас. Ну, это Геральт из Риви. А, это не я даже был, такие мои. Ну ладно, похуй. Из GTA 5 этот, блядь. Тревор? Психопат. Как зовут его, мы не помним, понимаешь? Я тоже, кстати, не помню. А я помню. Так, ну давайте. А, я вспомнил. Ну, блядь. Блядь. Я не помню, как его зовут. Ну, не помнишь, это не его имя. Тревор. Тревор Филд. Агент 47. Питман. Элой. Я бы, кстати, не вспомнил, как ее зовут. Кратс. Да, Геральт. Да как ты... Жать так можно. С Башкиром вообще играй. Я уже руки давно клавиатуру убрал. Это Лара. Блин, вы сказали про Башкиру, что надо быстрее сжать. Вот я и нажала. Вот у меня Крофт. Подножка Башкиру. Лара Крофт. Это Лара Крофт? Понял. Серьезно? А что ты медведь делал? Что это за обложка вообще? Это Russian Edition, видимо. Это фан-арт. Это как ее? А, Морриган? Да, хорош. Тоже поди романсил ее самую. Естественно, Варан, кого еще, блядь?
Рыцари, конечно. Шаман Кинг. А, курва! Ты че, Покемон? Вот он где был, чертов Шаман Кинг с покемонами. Знакомый, что-то прям. Что-то знакомое. Ностальгическое жестко. Ну я не смотрел, скорее всего. Просто риф знакомый. Рейнджер с ним? Там вроде был какой-то мультик. Там было спело Knights of the Table. Может, это рыцари стола как-то? Или круглого стола? Король Артур, типа, не так называется. Но как называется? Ну, тогда я не знаю. Что там рыцари круглого стола еще? Король Артур. И... Полное название, пожалуйста. Король Артур и рыцарь круглого стола. Неправильно. Сука. Жесть, читер. Баскирован нужно поменьше самый... Можно я плеткой буду. Желательно. Мне душили, когда у меня 8 тысяч было. У него 23. Продолжаем мостить. Что, пунш-пунш это? Надо все чипак музыкальным сделать, чтобы все заебались. Так, персонажи игр. Гарус Mass Effect. Калибруешь? Калибрую. Да ёбаный рот. Из нее автоматы. To be. Континент. Косплей плюс. Смотрю, ран очень много. Шани, Ведьмак 3. Ну тут надо прифайр. Она уже. Очень много косплея. Очень много косплея смотрю. Это я не знаю кто. Так, блядь. А тут уже... Этот косплей не смотрю, это скорее всего ассасины, а как его звать, я конечно хер его знаю. Нужно знать. Да, ну... Посос тогда. Не знаю, по месте там приглашал. Не знаю, блядь, пусть будет условный, блядь, Эцио какой-нибудь. Хотя это не Эцио, но насрать. Ну, ответ скажи, как. Ну, Эцио, ассасины. Эцио, а, ну это беспроигрышная тактика с ассасинами. Все Эцио. Да и все Эцио. Без понятия. Ну, это... Ну, курва. Рейн. Отобрал у меня, пёс. Косплей. Ну, это... Я не помню, как это вроде не сама Гладос, это вроде всё-таки выпили. Из портала. Ну, ты решайся уже. Да, реши, что... Я не помню, что ты так вопросительно отвечаешь. Ну, во-первых, своя игра предполагает отвечение вопросительного оригинального формата. Ну, скажу, что это всё-таки выпили. Из портала. Гладос? Портал? Как ты жмешь так быстро? Ветли круглый и синий. Я смотрю, когда у него изменится ну, этот квадратик и жмут. На красненький, да. Фея полная. Без понятия. Так. А теперь вспомни, как оно называлось. Если что, мы вроде часто рисовали этого персонажа. Соник, да. Получается? Варан, я с вами мало рисовал, к счастью. А, точно. Хрен его знает. Ладно, не вспомню, но скажу, что это Ангель Спирит. Нет. Сейлор Мун?
Чего? Чего? Моря Клуна? Знаете почему? А знаете почему? Потому что Человек-паук и Сейлор Мун показывали в одно время на разных каналах. А так как сестра у меня старше, естественно, мне не дозволено было смотреть Человека-паука. По какому ты каналу смотрел? Не устые мультика, а вот так становятся анимешниками. По ТНТ показывали. Не ОСТ мультик, а ОСТ сериалы, но это Power Rangers. О. Черный плащ. Перейдил гид, вода. Отжал. Ну, отжал и отжал. О боже, я знаю. Это Обан. Да, я... Шесть! Мы его недавно присматривали. Ну, знаете, не ведутся споры, они не это. Ну, так. Судя по рисовке, да, это пол аниме. Ну, белый медведь. Белый медведь. А сейчас интеллектуалов включаем. Это пингвины. А какой? Какие еще? Это для трихедов вопросы, я понял. Морж. Изи-поинты. Картинки нет. Красиво. Нет ничего. У меня тоже я припарил. Так, зимнее животное. Пусть будет олень. Снежный барс. Понятно. Вот и олень, конечно. Да вы что, Андрюха? Это писец. Нет, писец тебе. Писец — это как Башкиров на кнопку жмет. Волк? Это волк. Какой? Снежный. Белый. Полярный, блин. Да, серьезно? Жесть. Я бы удивился, если бы он сказал северный. Буйвол? А! Буйвол? Ой, бизон. Ты чё, блядь, нахуй? Это зубр. Блять, да нет, мул. Подожди, теперь я уже сомневаюсь. Что, что мул, на О мул, какое-то, мул. На О. Ты что, мул это вообще? Это зубр бизон. Блять, вот вы и срезались все, да? Овцебык, может, я хуй знает. Овцебык? Сука. Интеллектуал. Овцебык. Ну, это медведь. Нет, это не медведь. Это хуй знает. По-моему, это какой-то урод. Какой-то, какая-то тварь. Это... Так, у меня синенькая. Картинка. У меня тоже нет. Это горностай. Ну, не хорёк, а как их там называют? Это горностай. А, ну да. Мое уважение к Эзору. Он самый. Ебать, хорёк какой-то. Нормально. Это дикая хомячина. А как ее звать? Ну, говори. Ну, допустим, я так и скажу. Дикий хомяк. Нет. Не, не хомяк. У него есть. Ну и ладно. Полевая собачка называется? Луговая. Там. Луговая там, да. Луговая собачка. Это луговая, ну, не знаю, опоссум. Ну, похож на нее. Ну, не опоссум. Он, конечно, бежит и орет. Это лемминги. Лемминги. Это журнал. Маленькие человечки, которые вы вечно отправляли на уборку. А, все, финал уже? О боже, бежим. Я надеюсь, финал будет нормально работать. Ой, блин. Убирайте темы, которые вам не нравятся. Чего это два сериала? Ну, видимо, два разных сериала, Дюк. Да, два разных сериала. Нет, одну надо убрать. Спасибо. Да, 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 ты убираешь тему. Мы вчетвером, видимо, убираем. Какая тема останется, такая и будет. Угу. Дюк, рожай. Надюх, по-братски, убери актера по глазам. Сам убери. А почему мне нельзя убрать? Да, я думал, почту. А, так, древний мем, ну, наверное, древний мем я лучше знаю. Ой, мемы люблю. Я люблю мемы, да. Так. Делайте. Кто не ставит все, тут мемечка.
я пусечка, я признаю. Ну ладно, ну древний-то мем я должен знать. Гитман, пошла высшая математика там. Фрагмент из фильма «Твайлайт». Понятно, ясно. Понеслась. Давайте по кадру фильма. Ну, это мимо. Древний мем, да? Да. Хотя бы... А, так это же вообще изи. Нихуя себе древний. Это древний мем, чел. Это вообще не древний мем, нет? Ему 10-12 лет. Волки... Блядь, а я тогда не понимаю, что за древний. Не выступают. Я знаю только новый. Другого я не знаю. Ну, я это говно не смотрю, зумерское. Я не знаю. Ну, напишем хоть что-нибудь. Блять, я не понимаю. Я вроде что-то, у меня какие-то флешбеки есть, но я не понимаю. Людвиг, озвучивай, что там пишут кто-то. А, псина сутулая, нет, неправильно. Ауф, нет. Нет, это не бумерское чел. Волк, суки, не уступают, нет. А уф, нет. Привет, Башкиров. Здорово, да. Ну, до такого я не пущу. Надюха, конечно, вообще. Я пусечка, я не знаю. Понятно, все с тобой. Пиздец. А мы с Вараном, две пуськи. Шерстяной волчара, нет? А какой там мем, типа распидорасило, что ли? Неполярный мем стареги. Нет. Непопулярный. Ставка 3.50. Пиздец, Натик. Бездомно может быть первым. Все правильно. Ура! Серьезно? Древний мем, чуваки! Древний мем! Прикрываю! Спасибо! Подожди, а уф это не оно? Так он же не такой же древний, ты ни хрена себе. Это вчерашний мем, лол. Ну, типа, ну, нифига, он не древний. Он древний. Безумно, может быть, первый не древний. В каком месте он древний? Он, по-моему, позже появился, чем сам этот... Надо было глаза оставлять. Красиво. Долго играли, кстати, часа 3, наверное. Но этот пак повеселее, Людвиг. Да, это хороший пак. Спасибо, Людвиг, что собрал. Да, только больше, пожалуйста, без зимних животных. Спасибо. Всё, спасибо. Всем пока. Спасибо. Всем пока. Детская, можно еще рисовать. Детская, если хотите. Тут зевал. Не, ну предлагайте. Ну я пойдем могу пока рисовать, в принципе. Если... Ой, я рисовать это лучшее занятие. В смысле? Кто тебе сказал такое? Побольше пока на он этом внимание акцентируйте, ебланы, побольше, мало внимания, побольше давайте. Я, кстати, тоже хочу немножко помощнить, это, ну, типа, некорректное название, древний мем. Я согласен, да. Безумно, может быть, первым я бы мог написать древний себе. Древний — это упячки, привет-медвед. Меня просто, ну, это сбивает с толку, такая категория для этого мема. Ну, ребят, короче, говним у Людвига. Нет, за что его говорить? Отойду на пару минут. Как стандартная машня, машина в слипе. Мем как мем. Мем как просто мем. Просто несовременный. Ну, получается, я победил. Надюха вышла, как бы. Все, Варан победил. Да? Получается так, да. Безумно может быть первым, но... 149 — это больше, чем 0. Ну, я, кстати, не пойду, наверное, в этот... Рисовать? Рисовать, да. Я, наверное, просто подустал немного. Ну, да, ребят, всем спасибо. Всем пока. Да, до следующего раза. Давай, Надя. Давай. Так а что получается? Практически никто на рисовашке-то и не остается. Да, ну, может, в другой раз будет. Сегодня уже подустал. А, кстати, еще бумажки же есть вариант, кстати. Ну, я не хочу. Бумажки. На бумажке у меня сила есть. Так, ну ладно, пусть они пока думают, я пока отойду быстренько.
Ну как чел медведа свина отгадывать? Чел медведа свины отгадывать, когда спрашиваешь, это человек? Да! Ну да. Человек, чел медведа свина человек? Я бы сказал нет. А, сюда залить типа на бобра? Ну там проще, да. На бобре, да? Окей. Да. Что-то, да, в Google сделаю ссылку. Ну, видимо, расход, раз не бумажка. Ну, получается не так. Что ты, получается гид, там, лалец? Другой раз, туда. Давайте тогда всем спасибо, всем пока. Да, давай. Да, спасибо. Там что, опять, что ли, стул?